Добрый день, уважаемые коллеги, для меня большая честь сегодня рассказать, как МФТИ взаимодействует с международными площадками онлайн-курсов, с нашей ключевой Курсера. Вы знаете, что Курсера — это платформа, на которую приходят люди за конкретными, часто узкоприкладными навыками. Конечно же, провайдером этих знаний являются в основном университеты. И эта форма, как и вообще послеуниверситетское образование, сегодня набирает все большую популярность. Аудитория Курсера с прошлого года увеличилась с 76 до 92 миллионов человек в мире. Вы видите, в Соединенных Штатах больше всего, Индия, ну и дальше Россия примерно на 6-8 месте. Справа график, на котором физтех, подключившись в 2014 году к этой инициативе, здесь отражены ежегодно новые пользователи наших курсов в сравнении с аналогичными показателями российскими. А за этот период накопительным итогом на наши курсы зарегистрировалось около 1 миллиона 360 тысяч человек, 230 тысяч из них в прошлом году. Доля платежей на нашу долю МФТИ составила около чуть больше 7 тысяч штук за прошлый год. Да, напомню, слушатели либо платят по окончании программы за сертификат, либо оформляют подписку. И вот по этому показателю мы стали вторыми в России по итогам прошлого года и 25-ми в мире. В абсолютных величинах, вы тоже видите, это составило около 56 миллионов рублей. Совместными усилиями с нашими базовыми организациями, с лабораториями на кампусе в прошлом году мы опубликовали 47 новых курсов, вот видите на графике справа, и часть из них сложена в специализации, это 6 новых специализаций, и в этом году мы надеемся, что ежегодно мы дойдем до показателя 60 единиц в год. Среди авторов этих курсов Елена Базанова, директор Центра языковой подготовки, Филипп Рухович, доцент кафедры алгоритмов технологии и программирования, Антон Швейковский, это наша базовая организация фирмы 1С, Артемий Малков, в том числе член Физтехсоюза, ну и много-много других ярких преподавателей. В завершение своего выступления хочу сказать, обратить внимание на аудиторию, на то сообщество, которое формируется вокруг Физтеха, благодаря вот такому контакту через онлайн-курсы. Он чуть более глубокий, чем просто информация из буклета. И из упомянутых 1 300 000 человек, примерно каждый второй согласился получать нашу ежемесячную рассылку. В том числе для нас это возможность, вот как говорил Дмитрий Викторович, о расширении магистратуры, привлечении особенно внешних абитуриентов в магистратуру. Это доходы не только университета, а и наших преподавателей. В прошлом году был утвержден норматив, по которому авторский коллектив специализации может получать до 60% дохода, приходящегося в МФТИ, автор одного курса до 40%. И также в этом году будет объявлен внутренний конкурс грантов на создание новых онлайн-курсов. Хочу сказать большое спасибо, это был очень интересный и приятный творческий год нашим партнерам, базовым организациям, и призвать всех, давайте создавать курсы вместе. Спасибо.